Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей, это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, не бы на две семьи. Париж – это Эйфелева вежа, а Барселона – это славутая Саграда Фамилия, побудованная Антонио Гауди. Киев засновал Кий, а Варшаву некая Сава. А что такое Минск? Кто его засновал и откуда он взялся? Все города поравновывают один за одним. И литерально годов 150 тому никого не удивило поравнание Минска с Римом. Бо он, как и Рим, стоит на семи пагорках. А что еще лучше Минск и Рим? Про Минск писали Артур Конан Дойль, Генри Миллер и Джоан Роулинг. Але что такое все ж Минск? Бо, коли верить спрадвечным дославянским легендам и именам, якія нам покинули балты на наших землях, Нямига – это бессонница, а Минск – это что-то вельми маленькое. Про то, чем есть имя Минска, ці есть у Минска уласная мова? Что можно скласти со славутой Минской мозаики? Про это и про шмат что иншее вы дознаетесь с моей лекции «Кольки шчыгулаў да разумення Минску», якую я прочитаю у Минской городской галереи Леонида Шчамалёва. До встречи! С Минском ничего не можно зробить, немагчыма его зруйнавать, захапіць. Ён ніколі твой Мінск, Мінск ніе не згарыць. Будзем мовай тваёю з тобой гаварыць. Мы живем, а нас